наш любимый фан-клуб! Поздравляю тебя с днем рождения, с 9-летием нас, любимые! Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь с нами. Мы ждем новых людей. Нюша, а тебе огромное спасибо, что ты всех нас объединила. Мы тебя любим. Очень-очень. Спасибо всем, друзья. Ура, бум, говорит, девочка. Ура! Объединение моей мечты. Это, наверное, самая главная награда для любого артиста, потому что все, что мы делаем для вас. Дорогие зрители, слушатели, мои любимые поклонники, я вас безумно люблю. Знаете, мой фан-клуб самый лучший, самый преданный у меня, ребята. И, наверное, именно поэтому уже третий год подряд мы берем эту номинацию. Спасибо вам огромное! Вы моя вторая семья, огромная просто. Я вас безумно люблю, ценю. Спасибо, что вы у меня есть. Ну что же это такое-то, а?
Нюша, красотка, смотри, какое у нее сексуальное платье. Я прям как раз разглядываю пока что. Нюша, сумасшедший фанат, и я от них не оторву прям. Иди сюда скорее ко мне. У тебя просто сумасшедшие поклонники. Скажи, пожалуйста, самый яркий подарок, запоминающийся, они, которые тебе подарили. Что это было? Господи, они дарят мне столько подарков, что я, мне очень сложно. Они такие музыкальные, такие громкие, такие, на самом деле, я уже много говорила, заботливые, просто внимательные. Смотрите, как они подготовились сегодня, они все, да, самые лучшие. Я их безумно люблю. Спасибо большое, проходи в наш зал, наслаждайся нашим шоу. Спасибо тебе, проходи. Я хочу подойти. Очень красиво. Нюша, беги к фанатам, мы желаем удачи. Вы знаете, самое классное то, что теперь и у меня есть возможность познакомиться с вами поближе. С моим замечательным слушателем, с моей замечательной аудиторией, с моим зрителем. И я очень часто захожу и на ваши странички, и читаю что-то о вашей жизни, и вижу ваши фотографии. И, конечно же, обязательно читаю ваши комментарии. И очень часто я читала о том, что благодаря мне и моему творчеству вы познакомились друг с другом, вы дружите. Некоторые даже нашли друг друга как половинки. И вы знаете, мне безумно приятно знать, что я вас объединяю. Фан-клубу большой-большой привет передаю, еще воздушный поцелуй, большой такой. Все, до встречи, ребята, завтра, да, увидимся? Да. Да. Пока. Я поздравляю нас с 9-летием! Да. Чтобы не позориться. Все, погнали. Я с вами. Да, это что за фигня? Что это было? Что это такое? Это не просто так. А ты серьезно? А что серьезно? Песня. Самый первый номерок, ну что за фраер, всем поет про бумерок, уплотной. Подплясываем. Саша, тупой Маша. Вот так, я прошу. Объединение.